Здравствуйте! Сегодня мы покажем вам, как правильно намотать бак от компании Edviken Manta MTL RTA. Внутри коробки нас встречает зиплок, в котором находится спираль, хлопок, запасные оринги и койл-джиг с отверткой. Далее в коробке лежат сменное стекло, которое увеличивает объем атома с 2 мл до 3 и сам бак. Ставить в бак мы будем фирменные спирали от компании Geekvape. Инструменты для намотки будут также от компании Geekvape. Базой для намотки спирали нам послужит драк 157 Вт. Откручиваем купол. Использовать намотки мы будем классический Fused Clapton с двумя жилами из 0,4 нихрома и поверх одна жила из 0,1 нихрома. Всего будет 6 витков. Примеряем спираль. Ножки идеально подошли по размеру. Шлицевой отверткой откручиваем два винта. Устанавливаем спираль. Кстати, диаметр койла равен 3 мм. Это позволит получить большое количество пара и достойный вкус, даже на сигаретной тяге. Плотно закручиваем винты и выравниваем спираль. Она должна стоять строго по центру. С помощью кусачек убираем ненужные части ножек и загибаем их. Это делается для того, чтобы они не соприкасались с куполом. Прожигаем. Советуем для этого выставлять не более 25-30 Вт, чтобы не испортить спираль. Подравниваем ее и выставляем на центр. После прожига подкручиваем винты еще раз. Устанавливаем хлопок, продеваем его в спирали и обрезаем так, чтобы с каждой стороны осталось примерно по 7 мм. Укладываем хлопок в ванночки. Для пропитки мы будем использовать жидкость Trix World. Немного покапываем на спираль и прожигаем ее. Это действие повторяем 4-5 раз. Благодаря этому мы полностью избавимся от посторонних привкусов и запахов. Накручиваем купол, заправляем жидкостью, настраиваем обдув и выставляем оптимальную мощность. В нашем случае это 24 Вт. Сопротивление с одной спирали получилось 0,33 Ома. Надеемся, что наша короткая инструкция по намотке бака помогла вам. С вами был Сигарет Нет Бай. До встречи на нашем канале.